памятнику военным летчикам, павшим в борьбе с фашизмом в Новом городке, 57 лет. За полвека обелиск несколько раз ремонтировали, в том числе капитально. Однако сейчас он находится в аварийном состоянии. Облицовочный материал отслоился. Сам памятник, к сожалению, 15 лет прошло, плитка сыпется. В следующем году исполнится 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. К этой дате профильные службы должны провести работы по ремонту и благоустройству памятника. Мы ставим программу в любом случае в нашу там, муниципальную капитальный ремонт. До этого времени мы пытаемся поддерживать это вот в нормальном состоянии, как-то восстанавливать, подшаманивать, как Станислав Юрьевич говорит. Но к юбилею, к 80-летию, когда мы с вами торжественно откроем. Формат выездной администрации – это возможность рассказать о своей проблеме напрямую. На встречу пришли больше двух десятков жителей поселка санатория имени Герцена. Среди них была Кристина Петерс, многодетная мама. Ее интересовала тема спорта. При въезде в поселок стоит футбольный стадион, который нуждается в капитальном ремонте. Стадион, беговые футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, что еще? Прыжковые ямы. Да, потом вот тут еще есть, ну, такое там очертание баскетбольной площадки универсальное. Решением этого вопроса станет включение работ по ремонту в региональную программу на 2025 год. А пока за текущим состоянием спортивного объекта будут следить, чтобы уже сейчас им могли пользоваться жители городка. В ближайшее время решат вопрос с коммуникациями, подведением воды к хоккейной коробке и стадиону. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».